Для того, чтобы это изменилось, нужно изменить базис, нужно эту субъектность повысить, нужно превратиться в страну, которая способна делать так, чтобы с ней, ну, как минимум, считались. Я не говорю о равной, о равных сторонах, да, ну, понятно, что это не так сейчас. Но за столом переговоров, чтобы были не только азербайджанские карты, но и армянские тоже, чтобы не было так, что от тебя требуют, ты гордо говоришь «нет», потом какой-то отряд куда-нибудь заходит, кого-нибудь убивает, где-нибудь стреляет, и после этого ты говоришь «окей». Вот, чтобы так не было, у тебя должны быть соответствующие ресурсы, и эти ресурсы надо повышать.